Заместитель председателя Национального банка республики считает, что казахстанцам не стоит следить за курсом доллара. Во время беседы с журналистами Куат Кожахметов задался вопросом, зачем вообще население интересуется новостями с фондовой биржи. Кроме того, он сообщил, что Нацбанк не планирует в ближайшее время возвращаться к регулированию. Сейчас вот 300, я же говорю, было 300, мы вмешались. Свободный плавающий обменный курс. Спекуляции могли предусмотреть, конечно, мы знали, могли быть. Вот поэтому Национальный банк вмешался. По итогам вечерних торгов национальная валюта вернулась к отметке в 270 тенге за доллар. Таким образом, тенге вернулся к показателям прошлого четверга. Мы переадресовали вопрос Куата Кожахметова о том, зачем население следит за курсом доллара самим казахстанцам. Следим. А почему? Ну как почему? Чтобы быть в курсе, какой доллар подорожал, все, бензин подорожал. Да, конечно. Почему? Да потому что Казахстан привязан к долларизации. Нет. Почему? Да мы в декрете. У нас нет доллара. Да. Почему? Работаем как эти, даже 150 долларов нет у нашей зарплаты.